режиссер меня зовут Ольга. Новый день. 11 апреля. Пошли на прогулку с Гретой. А вон тоже гуляют. Я уже пошла другой дорогой. Кричит мальчик сильно. Чего кричать, не знаю. Молодых энергия. Ветер, очень сильный ветер. Сейчас, наверное, будет задувать, свистеть. Вчера настроения у меня не было записывать, и некогда было. Сын пришел с внучкой, пообщались, поиграли в мячик с внучкой, накормила. Заловка в больнице. Сегодня винегрет сделала. Я спросила, чего бы она хотела. Она говорит, что-нибудь кисленького. Давай винегрет сделаю, там и капусточка, и огурчики кисленькие. Она говорит, ну давайте. Сегодня Денис еще приедет с Элей. Я нового борща сварила и возьмет винегрет. На больнице всегда что-нибудь такого хочется. Ой, свист будет ужасный. Пока варила борщик, смотрела опять «Эмпатия Манучи» с Дмитрием Роде. Умный человек. Служит России, как он сказал. Профессию свою не назвал. Но я уже поняла. В разговоре он учился в МГУ, физико-математический факультет. Рос при СССР. Жил в Германии. С отцом, с матерью в детстве. Но служит он теперь, служил всегда России. Долгую службу в Германию возила его, наверное, отец, так поняла. Ой, как свистит. Умный человек. Советую вам просто послушать это интервью. Много умного сказано про русский народ. Почему мы так живем? Что с этим делать? Как говорится, извечная тема. Ну, русский народ есть русский народ. Так было сказано. Да это всем понятно. Но он очень хорошо обосновал. Человек, знающий историю. Жаль, что сейчас в институтах, или как сейчас в университетах, историю России не преподают, как я поняла. Люди-специалисты выходят из университета и магистратуру заканчивают, а историю России не знают. Это плохо. Поэтому любому из нас, молодым, расскажи, что хочешь, помани хорошей продукцией, хорошим сервисом, и все, он твой. Ему наплевать на ценности. На землю, на которой родился, ожил. Что такое русский народ? Или кто такой русский народ? Человек, который чувствует свою землю. Как богатыри наши когда-то припадали к земле и набирались сил. Русской земли. Это уже есть русский человек,
которые все время со своими родными, со своей землей, со своим домом родным. В любой ситуации, в любой. Он русский человек. Ну, задали вопрос. Ну, вот а те, кто уехали, это уже не русский народ? Он сказал, нет, конечно, не русский. Значит, им эта земля не дает ни силы, никаких там, никакой-то энергии. Ничего, значит, они не чувствуют русскую землю. Значит, они не русские. Хотя родились тут и воспитывались, и учились, и женились, и прочее. Но спрашивает, а если они вернутся обратно на свою землю, откуда уехали, они могут быть русскими опять людьми? Он говорит, могут. Они приедут и скажут, мы ничего не чувствовали в той, на той земле, ничего. Мы так разбалансировались и почувствовали, что это не наша земля. И они, конечно, приедут и ощутят, значит, Россию как свою маму. Значит, они русские. Просто они искали себя. Это, говорит, тоже может быть. Но тот, кто уехал и чувствует себя прекрасно где-то в другом месте, а не в России, где родился, значит, он не русский человек. И его винить, может, в этом и не надо. Но не русский и не русский. Ну что ж теперь сделаешь, если он не чувствует себя на своей земле родным, значит он не русский и найдет себе землю по душе в Германии, в Израиле, в Италии, в Испании, ну хоть где. Если он чувствует себя на другой земле так, так хорошо, что птички на душе поют, значит, ему там жить и надо. Значит, он не русский. Значит, какие-то гены, я так себе думаю, сижу, значит, какие-то гены в нем превалировали за это время. Значит, в роду кто-то был, эти гены работают. Ну, не нравится ему русская земля. Ну, не нравится ему, что у нас не так богато. И когда окунается другую жизнь, возможно, даже веру принимают другую, и чувствуют себя комфортно, значит, они такие есть. Все, чего здесь такого страшного, не знаю. Я тоже с ним согласна. Послушайте, если хотите. У кого-то же есть время. Я знаю, что у нас, у пенсионеров, у которых не обременены внуками, детьми. Бывает же, что куча детей, куча внуков бегают, им не до этого. А которым скучно, которые смотрят ролики. Смотрите им по темно ночи. Что ты скулишь, я здесь? Не скули. Беги, беги, играй. Играй. Я просто постою. А там везде ветер. А здесь вроде у нас такая впадинка. Да, я уже говорила, конечно, я не философ, я не умный человек какой-то, но я же тоже человек, у меня мозги есть, я о чем-то могу подумать. Если тебе плохо здесь, значит, надо искать, где хорошо. Но если вообще плохо, не потому что там бедно, что-то ты купить не можешь, или там еще что-то. Потому что тебе вот просто плохо, вот знаете, как вот, когда дым вокруг, и ты задыхаешься.
И ты не знаешь, куда бы улететь, куда бы уехать. Это называется плохо. Тогда, конечно. Ты не русский. Тебе надо искать другие земли. Но я сколько раз говорю, вот даже взять командировки или отпуска у человека. Вот уезжают, и некоторые могут и по году, и по два там. Ну, я так думаю, жить, если могут. Но уезжают же несколько лет. И они прекрасно себя чувствуют. То эти могут, наверное, везде уехать, везде прижиться. И они не русские. Они других земель люди. А есть, рассказывают, даже знаменитые люди, известные. Уезжают на несколько дней или на месяц. И все-то хорошо. И товара много, бери, не хочу. И магазины ломятся. И вроде все, никто не обижает, не притесняет. Но они не могут. Они хотят домой. Знаете, как вот дети бывают, отведут в садик. Они не хотят. Домой, домой. Вот. Все поняли, о чем я хочу сказать. Ну, у меня же смотрят взрослые. Пенсионеры, люди, прожившие жизнь. Да, это, наверное, со мной согласятся, кто здравомыслящий, кто не просто кричит лозунги и ненавистью какой-то там питается. Согласятся, так оно и есть. Если мне нравится дома, мне не надо ни Китай, ни Америку, ни Великобритания, ничего мне не надо. Ну ладно, можете сказать, что я в годах. Куда тебе уже, старая, сиди на месте, да? Я молодая, никуда не хотела. Вот съезжу даже вот рядом, вот к маме ездила в отпуск. Тут 6 часов езды на поезде. И у мамы я хорошо сплю, и мне у нее хорошо. Но когда приезжаем домой, я только увижу издалека свой дом, и у меня прямо... Ой, я так соскучилась, я по всем углам хожу. Выйду во двор, и это мило мне, это мне мило. Ой, как я соскучилась по своему дому. Оказалось, была просто у мамы в квартире. И все хорошо. Все равно свой дом есть, свой дом. Вот это и применимо к русской земле. Не зная историю, очень тяжело теперь о чем-то разговаривать с молодыми. Не сравнивать, там больше получают, я туда поеду. Ну да, есть несправедливость в оплате труда, есть. Ну, можно сказать, как ты вот за деньгами спешишь, бежишь. А вот то надо, а вот то посмотри, а вот так можно, это можно сказать. Но это не аргумент, и не перетянешь ты на свои мысли, на свои желания другого человека. Не-а. В 90-е годы вот кто уехал, многие вернулись ведь не смогли, они так думали, что смогут, а не смогли, вернулись. Внешняя мишура очень много значит. Очень много. А когда, конечно, поживешь, всего коснешься, и окружающих людей, привычки, порядки, законы, то можно и сравнить, и можно в чем-то разочароваться. Но там уже, как говорится, осели дети, внуки. Опять посмотрела я сегодня вместе с Сыпматией Манучи, вперед посмотрела утром
Алену с Германии. Алена, привет. Она меня не смотрит, может, это я ее смотрю. Она опять новости все прочитала, какие в Германии. Законы, штрафы у них там за то, что на балконе будешь сушить белье, штраф. Ну, в общем, она там иронизирует, беспокоится, что это такое. Ну, она молодит на все с юмором. Вот и все, пожалуйста. И очень большие штрафы. Когда-то этого ничего не было. Сейчас, видите, все по-другому немножечко. Ну, видимо, в связи вот с этой вот СВО, с ихними санкциями. Сами себе в ногу стрельнули, а кто им виноват, кто им доктор? Как Татьяна Монтян говорит, а кто вам доктор? Я сейчас смотрю, некоторые в видео говорят эту фразу. Это значит, они смотрят Татьяну Монтян. Монтян. Она бедная, больная, сидит, но все время разговор ведет, все время отвечает на вопросы корреспондентов по видеосвязи. У меня что-то с позвоночником, что ли, я поняла. Ну и еще на пыльцу каких-то деревьев у нее сильнейшая аллергия. Поэтому она в здании сидит, по видеосвязи дает раскладку того или другого события. Она на линии соприкосновения часто бывает. Ну, не совсем, может, соприкосновение, но где бахают. Это что-то я сильно сказала. Линия соприкосновения, наверное, это, я думаю, где уже прямо фронт. Но она возит вот предметы первой необходимости людям, продукты. Она еще их команда. В Донецке все время была, сейчас вот в Белгороде тоже так же помогает. Я остановилась, потому что здесь котел. Видите, вот такие пригорки. И мне вон. Вот, видите, тут вот бугорки. И мне тут не так свистит. Если я по дороге пойду, свистеть будет капитально. А вчерашний разговаривала, вот сегодня. Конечно, кому-то это как на больную мозоль. Скажет, бабушка, что ты мелешь? Без тебя есть о политике. Это не политика, это наша жизнь. Это наша жизнь. В политике мы ничего не понимаем. Это там и дипломатия, это там всякие министерства иностранных, всяких дел, и все. Мы о жизни. Она такова сейчас. И своими пирожками, и котлетами. Куда ты полезла? Куда? Пить хочет, что ли? Грета, ты чё? Вымокнешься. Мы этой кулинарией мы не спасем мир. Мы не будем умнее, мы не будем добрее. Конечно, надо молодым показывать пирожки и запеканки, это понятно. Но можно, конечно, и что-то сказать о жизни. Ну, это у кого канал о жизни. Но есть стряпают и о жизни рассуждают. Ну, очень много неграмотных, очень много. Тетеньки сидят, им даже по 50 лет, а такое впечатление, что им 70 лет. Такое впечатление. На уровне... На базаре бабушка сказала. Вот такие разговоры. Вот раньше было, вот мы раньше. Ой, да мы раньше морковку вытрем, а подол
и парковку едим, и ничего не было. А сейчас вот так, вот раньше было вот так, да был. Чем хвалили, что они не мыли овощи и не заболели. Ну это же вообще, это на рынке так разговаривают люди. Это все знают, что в деревнях кто жил, не было возможности под кран пойти и помыть. Что этим бравировать, я не знаю, как этим бравировать. Зря, что не мыли морковку. Потому что удобрение было натуральное, чернозем, там много личинок. А что мало было больных, очень много было больных, черви в животе однозначно были. Нечему радоваться, что не мыли морковь. И вот я простая. Ну, простая-то простая. Но оглянуться-то вокруг можно. Простые. Но задумываться о том, что у нас кинематограф жить, что книги новые не пишутся, новых авторов нет хороших, нет уже тех, может, после войны будут. Воспитания ни в школах, нигде нет. Музеи хотели сделать вот этим героям нынешним. У нас 1500 героев войны, из них 600 погибших посмертно присвоены герои России. И президент дал задание открыть музей. Да не лезь ты туда в воду. Пошли, не лезь. Бултыхнешься. В школах, чтоб открыли музеи вот героям России. Хотя бы небольшие там кабинетики. Вы думаете, кто-то сделал? Нет. Я считаю, что саботажников много еще. Политика, не политика, но даже указ президента могут завуалировать, обмануть, что сделали. На самом деле ничего не сделали. Уже считайте апрель, а надо было сделать до декабря. Вот и все. Один не может президент за всем углядеть. Мы все должны же об этом думать. Своих детей немножечко посвящать, не только на тебе шоколадку. Я тебя так люблю, я тебе шоколадку куплю. Ты мой хороший, ты мой красивый, ты мой самый-самый. Уже таких, конечно, организаций. Патриотизм уже как-то ушел. Как-то все стало спокойно, вежливо. И потихонечку нас мат. Пойдем, что стоять будем-то. Прогуляемся. Сегодня Дмитрий Роде сегодня об этом, обо всем говорил, поэтому это и не я. И я согласна с ним, я только выразить так не могу, как он хорошо рассказывал. Но это так, правильно он все говорил. Ни кино нет хорошего, ни книги, все на уровне зарубежных. Гарри Поттеров. Ну, я так думаю, все это возродится. Столько людей, добровольцев, 400 тысяч добровольцев только вот с Нового года набралось. Я думаю, не каждый из-за того, что там копейки платят. Там ведь еще не очень большие деньги. Ну что там 200 тысяч-то?
Ну, есть, наверное, из-за этого. Но я думаю, есть некоторые, что и за отчизну. Вот идем по затуарчику. Ты Россия моя, золотые края. Ты Россия моя, золотые края. Ты Россия моя. Ла-ла-ла-ла-ла. Слов-то не знаю, лично песен. Музыка-то в голове, а слов в тексте не знаю. За твою широту, за твою красоту я люблю тебя, родина светлая. Что-то такое, вроде что у меня хрипло. Не внушишься им рассказом, бубнежом. Бубню, бубню. Сама себе послушала. Со стороны, думаю. Но зато мне легче от того, что я что-то высказалась. Что-то сказала миру. Ну, хотя бы нашим пенсионерам. Пусть они внукам читают книжки. Наших героев. А когда будут на слуху у ребенка герой, которому он захочет подражать, уважает которого, то он никогда не сделает вреда никому, ни родителям, ни никому окружающим. Он будет равняться на этого героя. Было же такое, было. Когда показывали Моресьева, ну это мы маленькие были, еще там Зою Космодемьянскую, мы так за них переживали, у нас такой подъем был. А потом раз привезли Фантомаса, французский фильм. И представляете, сколько было преступлений с запиской Фантомас, представляете? Наряжались, одевали какие-то на себя, на головы чулки. Фантомас, вон в больших городах. Выступления даже делали. Видите, как оно заразительно. Казалось бы, ну что там кино? Нет. Вот. Копируют. Чё крутишься? Туда хочешь? Туда хочешь пойти? Или куда? Туда. Ох ты какая. Ой, свистит. Здесь свистит как нормально. Домой, так вот это у нас большая собака, она щенок считается. Щенком еще 9 месяцев, что ли. И вот как пристала, как пристала. Мы уже домой подходим. Гретти. На нее верхом скачет, играет так. О, Гретти, спинка болит. Раз ножка прихрамывает, по-моему, это спина. Все, мы уже дома. Ой, кар-кар, нас провожают вороны. Все, натарахтелись. Жизнь продолжается. Что будет, посмотрим, даст Бог. Пусть всем все будет хорошо. Самое главное быть самым добрым, и все будут вокруг добрые. Обидели? Простите обиду. Осудили? Не судите, ты не судишь.